Привет всем! Сегодня вы открыли новый день, 2 декабря. Это новый день нашего календаря работы над собой. Ваша карта сегодня – молчание. Но молчание не в том смысле, что ничего не говорит. А молчание в том смысле прислушаться к себе, к своему внутреннему голосу. Научиться отодвигать все внешнее, чтобы идти к внутреннему и слышать внутренний голос высшего Я внутри себя. Слышать, верить и следовать тому, что вы слышите. Готовимся к медитации. Пожалуйста, сядьте ровно. Закройте глаза. Посидите так некоторое время. Привыкая к этому состоянию. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, представьте здание. Войдите в это здание. Это ваше здание. В этом здании много комнат. Попросите проводника, энергию, которая сейчас вас встречает, провести вас к самой важной комнате, в которой находится ваше высшее Я. Стучитесь в дверь, которую вы сейчас видите, и войдите в эту комнату. Навстречу вам идете вы сами, или как вы видите. Обнимите себя. И примите себя. Слейтесь как бы с этой энергией. Почувствуйте это на физике, как через ваше тело проходит теплая волна. Заручитесь поддержкой своего высшего Я.
и пообещайте ему, что вы будете следовать этому внутреннему голосу. Этому голосу, который знает все. И прожил многие жизни здесь, на Земле, и еще где-то там. Просто доверьтесь сейчас ему и услышьте его. Может быть, он или она что-то вам передает и говорит. Даже если вы сейчас это не понимаете, возьмите это и как бы втяните своим физическим телом через свое дыхание, свое физическое тело. Втяните это энергетическим телом в себя. Потом это раскроется, и вы осознаете и поймете. Почувствуйте своим телом этот свет. И больше не закрывая дверь, оставьте ее открытой. Глубоко вдыхая в себя, медленно вдыхая, выходите из этого здания. Скажите большое спасибо вашему сопровождающему. Еще раз глубоко вдыхаю в себя. Выдыхаю. Возвратитесь в свое физическое.